Всем здравствуйте и добро пожаловать на канал Nordic Balance, где мы с вами готовим совершенно потрясающие маски из только натуральных продуктов. Сегодня я хочу для вас предложить сделать маску, которую я назвала золотой маской. А почему золотой? Потому что мы в нее добавим чайную ложечку куркумы, чайную ложечку крахмала, буквально пол чайной ложки любого масла, у меня, как обычно, из лепестков роз, потому что я его делала не так давно, и 2 чайные ложки сметаны жирной. Как вы понимаете, золотой она будет за счет куркумы. Она будет такого красивого, насыщенного цвета. Сейчас мы все ингредиенты перемешаем. Куркуму добавили. Теперь крахмал. Сначала сыпящие. Так, теперь добавляем масло лепестков роз. И сметану. Отправляем сюда же. Все это хорошенько вымешаем и будем наслаждаться нашей масочкой. Куркума, она содержит очень много биологически активных компонентов, в том числе и до 75% куркумина, вот, который предупреждает морщины, пигментацию, повышает иммунитет кожи. В общем, очень и очень питательная маска и великолепно подходит для нашего возрастного лица. То есть 40+, вы можете с удовольствием ее делать. Вот такая она у нас получилась. Такой консистенции, видите, кремообразной. И теперь я вас всех приглашаю в мою ванную комнату, где мы с вами нанесем эту масочку чудесную на наше чистое лицо. Ну, мы протерли наше лицо, оно чистое, естественно, да, обязательно, это очень важный факт. Всегда перед нанесением масок всех мы должны тщательно вытереть наше лицо. И теперь мы будем с вами наносить нашу золотую маску, которая вот так вот она выглядит теперь. Видите, она кремообразная и очень приятная в нанесении на лицо. Начинаем, как обычно, по массажным линиям. Дорогие мои, эту маску нужно делать не перед выходом в свет, как вы понимаете. Почему? Потому что куркума, она обладает таким, знаете, окрашивающим эффектом, и ваше личико может быть несколько таким желтоватым. И, конечно же, нам этого не нужно иметь. Вот, поэтому эту маску лучше делать хотя бы утром, как я сказала, не перед выходом в свет. Вот, или же по выходным дням. Она чудесная. Я ее делаю всегда курсами. И вам советую, для того, чтобы не было у вас привыкания к какой-то определенной маске одного типа, да? Поэтому вы 2 раза в неделю делаете эту маску, потом чередуете с какими-то другими моими прекрасными рецептами. Вот. Маску эту наносить на шею и на зону декольте также не нужно. Как я уже объяснила, почему, потому что она окрасит. В Индии специя куркума считается воистину золотой. То есть они ее употребляют, индийцы, как и во все рецепты питательные нашей здоровой пищи, да, во все разные блюда деликатесные. Также принимают куркуму и вовнутрь для того, чтобы повысить иммунитет. И, конечно же, в косметологии куркума сейчас тоже очень имеет такое одно из самых преобладающих, можно сказать, мест, знаменитых мест, высоких мест, за счет всех антибактериальных компонентов, витаминов, как я уже сказала, и всего такого. Ну а для нашей взрослой кожи эта маска будет тоже чудесно омолаживать, хорошо работает против пигментации. И знаете, когда вы ее будете снимать через 20 минут после того, как мы нанесли, да, обязательно возьмите какую-то губку, потому что маска подсохнет и будет еще, знаете, как бы так нелегко сниматься, если это просто ручками, пальчиками. Так что возьмите мочалочку, губочку и хорошенько так поскрабируйте лицо. Будет
еще лучший эффект. Ну и, конечно же, после маски смойте ее, когда вы смоете ее теплой водой и губочкой, обязательно нанесите ваш любимый питательный крем. Вот такой рецепт мы сегодня с вами сделали. Я надеюсь, вам он очень понравился так же, как и мне. Остатки я буду хранить в холодильнике, в специально маленькой коробочке. И, ну а сейчас я пойду наслаждаться своим прекрасным утренним кофе. Желаю вам всем здоровья, счастья, любви, красоты и молодости. И до новых встреч. С вами была любящая вас Виктория. Пока!